Отправились покорять вершины. Полицейские несколько часов искали школьников, пропавших на горнолыжном курорте. Отдохнуть туда приехали двое мальчиков из Челябинска. Одному 10 лет, другому 14. На подъемнике они поднялись на вершину склона. После этого связь с ними оборвалась. Тревогу забил отец одного из школьников. Ведь с трассы они так и не спустились и на звонки не отвечали. Полицейскими были незамедлительно организованы поисковые мероприятия. В них участвовали более 70 сотрудников органов внутренних дел. Также сотрудники Следственного комитета, МЧС России, местного спасательного отряда, военнослужащие и работники частного охранного предприятия. Детей удалось найти лишь спустя несколько часов в соседнем поселке. Как оказалось, юные лыжники сбились с маршрута и забрели в лес. Правоохранители убедились, что здоровью детей ничего не угрожает, и передали родителям. От имени семьи, от имени родителей хочу поблагодарить полицию, МЧС, службы спасения, службу всех горнолыжников, кто включился к поиску наших парней, которые вчера потерялись на горе. Но, слава богу, кончилось все хорошо. После пропажи школьники не могли позвать на помощь, у обоих телефоны оказались разряжены, зато успели посмотреть по навигатору, в какую сторону нужно идти. Так и смогли добраться до ближайшей деревни, где их нашли полицейские.